вроде можно встать. Пришла. Пока мы там сумкой окуньков ловили, вот такую сегодня чагу срезали. Вон она, видите, друзья? Стой, стой, стой. Когда мы ловили или вы ловили? Ну, сейчас. 2 недели назад. С такой пастью. Ух ты! Вот это красотка. Объедос. Присоединяйтесь. Стоп, 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 стоп. Я. Еще день, порыбачим и поедем домой. Где-то порядок навели, огород скопали, сено покосили. Очередная наша тропинка, спускающаяся к озеру. Потому что на этих озерах водятся очень вкусные щуки. Не просто щуки речные, спортивные, а именно вкусные. Немножко ловит живцов на удочку. На караела. Ага, давай, лови, лови. Живцы нам нужны. Окунь большой тут. Ну что, есть окунь? Не окуня нет, маленький. А? Лови живцов. Да, теперь надо ловить. Пришла. Пока мы там сумкой окуньков ловили, Анечка тут уже трешечку вытащила. Молодец, сама. Умница. Без подсака даже, говорит. Есть чем похвастаться. Молодец. Я только 2 окуньков поймал. Ну, вообще не идут и все. Хлеб спекли, а рыбы не поймали. Что? Ну, ложи. Вот Тумочка ко мне пришла. Полащится. Лапку положила. Бегает туды-сюды. Хотела в советскую блесну, не Иваныч выделил. О, а ну покажи, савдепи. Вот на нее на второй вот забор. На нее-то она и поймала 3-килограммовую. А мы тут воблеры покупаем, всякие косодаки. О, Маден Раша, СССР. Не думаю, охотиться даже. Ну давай, лови на нее. Видишь, и? Видишь, ум как-то творит. Да вот, вижу. Ума не лезь. Сказала и все. А нет, приказным тоном. Умка. Вот так вот сейчас половлю. Садак. Не лезь. Колючки. Уколешься и кирдык будет. Ума. Не надо. Не делай себе больно. Четверка! Просто здоровая!
почти пятерка. Почти пятерка. Уху! На жерлицу. Вот это, друзья, я вытащил только что. Сейчас позависим ее. Сколько же она весит? Здоровая. Я побил свой рекорд. 395 вытянул. Хорошо. Красотка. Да в том-то и дело, что нету. Красотка. Куда? Нельзя! А ну отдай быстро! Да окуня моего хотел втащить. Тут окуни, блин, на вес золота. Уйди. Продели, зажали пальцами, делаем раз, два, три, четыре, пять, и в эту же петелечку вдеваем, которую держали пальцами. Подтягиваем. Раз. Должен получиться вот такой вот узелок. Затянули, здесь затянули, вот у нас теперь ничем не разогнуть. Да ну. Берем теперь свой подарок и лишнее отрезаем. Готово. Заодно проверим твои узлы. Да-да-да. И крючочек здесь новенький. Заглотушечка. Да. Заглотушечка. Ну почти заглотушечка. Раз. Не совсем. Морозной земли. Проверить, что у меня тут. А у меня тут она соскочила. Делаем нужную длину. Достаточно будет. Здесь у нас прорези, мы вставляем в прорези, вот так вот натягиваем. Куда ну, будем ставить? Крокодил. Вы там, блядь, не свалите нахуй. Где сама рыба? Там. Вы уже поели, жульки. Что это за зверские рожи? Самая большая. Большая. Что, ты хочешь сказать, что я ее почистила уже? Ты давай смотри, а то сейчас демоны. Демоны сейчас все съедят. Мы их маленько накормили, чтобы они тут у тебя не отобрали добычу.
Та-д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 а-
уже двух щук только икры. А это нам на жарку. Крупную рыбу всегда сложно разделывать. Может, кажется, что тут бошкаемся много, но это всегда очень сложно. Шкурку или это линия сейчас беру. Сейчас, 5 секундочек. Попробуем. Будет скользить. Я разделываю по-своему, совсем неправильно. Вот, ну, мне так удобнее. Позвоночник, потому что этим филейным ножом, о, блин, смотри, как кровь аж брыжет, прости нас, рыбка. Вечером у нас будет рыбный вечер. Опять рыбный вечер пока. Вообще, видите, какая печенка. Вот какая хуйня, да? Я вот у здесь... той троечки или четверочки была пожирнее, да? Ну да. Да, уже нож подступился маленько. Ох, какое головище. Ох. На две, на полторы ладохи. И тут вот тоже на полторы. Так что... С такой чучело можно сделать. У нас чучело на 12750. Ждем больше. Мясо шикарнейшее, с нее будет котлета вкусная. Озеро невероятно со вкусной рыбой. Мясо прям коричневое. Сейчас покажешь коричневое. Али красное. Можно в котлеты его. В данном случае мы пожарим. Что такое? Но это они на потом оставят, конечно же. Ну да, это они такое едят, но не сразу. Голодный вечер, да. Сейчас да. Они тут заныкают. Тащи, тащи. Васильевич сразу засолит. Ох. Да, довольно крупная икра, видите? Угу. Ну вот, полмисочки будет. Будет да. Что на завтрак? На завтрак будет икорка. Там пиршество напополам. Абрек? Абрек, идем кушать. Знаете, вкусняшки. Только, ну, не запалит сумка. А сейчас послушайте, как они хрустеть будут. Ну, как говорится, собачки наши сыты. И мы сейчас приготовим себе покушать. Ведро закроем. Ведро, ну да, там относительно закрыто. Тут наши песики туда залезут. Вот, вот все 5-килограммовой щучки. Да. Вот это вот маленькая-маленькая кучка. Да. Мясо. Ну, все, остальное головы? Уха. Да. Так, держи вот так я... Сегодня готовлю праздничный ужин. Завтра домой отъезжаем. Щучку, которую сегодня на 5 килограмм чем-то вытащил. Икорка. Печень. Лучок. Все это под мучным маринадом. И это уже жарится. Будет очень вкусно. Ломтики большие. Пятерочки. Жарим только пузики.
нежное вкусное мясо. Что там? Стесненький поет. Так, вот у нас все готово. Все пожаренное. Пюрешка готова. Давай, Анечка, накладывай. И корка, жареная рыбка. Печеночка. Хлебушек сейчас. Мне побольше. Типа прям две вот так? Вот так, да. Мне вот так хватит. Ну, ладно, так. Так, кто так картошку толок? Мы. Понял. Боже. Нормально. Ну, я вижу кусочки. Ну, ты ж не захотел. Ну, так меня не дождались. Так. Остальное сами накладывайте. Ну что, друзья, у нас будет сегодня праздничный ужин. Оставайтесь с нами. Объедос. Приятного аппетита. Объедос. Присоединяйтесь. Да. Да. Кушаем. Погода шепчет. Ух, очередную белку какую-то добыла. Всем доброе утро. А у нас доброе утро. Да, и пришли проверить наши поставушки. Немножко на дорожку покидать спиннинги. Ну и смотрим, один и второй натянуты. Надо проверить, что же здесь такое у нас. Сбежал. Пробовала. Пробовала. Можно, что там у нас так натянуто жестко. Тоже? А, и вторая, да. Пошел, сам не видно. Пришли. Это на заглотушку? Ну, да, по-моему. Да, это же новенький крючок. Вот все-таки от крючка много зависит. Сцепила. То есть, а здесь? Вот, так. И все. Положим, что болтка? Вот такая. Нормально. Трешка, да? Трешка вообще. Такую, как ты вчера выкинул. Трешка даже с копейками. Так, давай, тройник сразу убери, чтобы мы тут на него не налетели. Мы видно уже. Ладно, с почином, хорошее утро. Может, поездка домой еще отменится. Ну да, если сейчас поймаем. Да. Что-то серьезное. Осенняя охота редкая. Я имею в виду рыбалка редкая. Но зато крупная рыба, да? Да. Да. Отлично. Вот, отлично. Прямо зажигать охота. Ладно. Не вообще мог бы не быть. Зависит, клевало вчера и завтра. Не, в нашем случае на той неделе, через две недели, в том месяце. Да, и на другом озере. Да, и на другом озере. Достаем спиннинги. Достаем спиннинги. Ну вот, на это. В приятном закиде, друзья, мы с вами завершаем осенние вылазки в тайгу на спиннинге, и уже следующим разом мы с вами увидимся на зимней рыбалке на жерлице. Вот, что обязательно, буквально через недельку-полторы у нас выпадет снег, и будем думать, выезжать, на какое озеро нам поехать перволедье исправить. Готовили такую лестницу. Сейчас мы заправим наш квадроцикл бензином, потому что бак пустой, а бак 50 литров. Нам, в принципе, до дому хватит. С
Собачки недовольны, конечно, что мы уезжаем. Ну, в принципе, все наше барахло. Немножко щучки сушеной. Как вы думаете, что они собираются делать? Они собираются заправлять вездеход. Вить, давай! Нет, все, я сейчас вот подниму. Держи. Сигарету выкинь. Я почти открыл. Высота отличная. Вот мы и собираемся в дорогу. Собрались, точнее, уже. Нас провожают. А может, я скажу? Давай. Спасибо, низкий поклон, Виктор Иванович. Вообще, вот так, с присыпочкой, да, просто невероятно. Никто так не отдыхал, как мы. Это точно. Да. Таких отдыхающих еще поискать надо. Ну все. Давай. Ну что, садимся. Пути. Садимся, поехали. До новых встреч. Отдали. Детям, внукам так, привет. Да. Давай. Пока. Подземная речка. Все застыло, конечно. Вот. И снова здрасте, и снова болото, и снова переход, переезд, переплыв. Вот. Танечка немножко заляпанная. Вот. В общем, нам осталось до бугра 200 метров. Дай я тебя поснимаю. Ты такая, у тебя все лицо заляпано. Да, ну ничего страшного. В общем, там... Сейчас главное след пройти и посмотреть, как выбраться. Тут, ты что выбраться? Тебе нужно просто на ту сторону перебраться, да, и там по сухому. Тут топкое болото, так что буду вот смотреть. Наверное, мне одной палки хватит. Хватит одной палки, да. А мы подождем, угу. А потом... Да, может быть, давай сейчас пройдемся, посмотрим. Может, тут и все нормально. А то сейчас будем тут. Так-то оно, вижу, тверденькое. А в тот раз оно было жиденькое. Сейчас подмерзло. И подмерзло хорошо. Идешь по квадрику, то это только и надо, слегка твердого. Да, вот здесь, смотри, тоже кто-то хорошо мешал здесь вместе. Кто-то тут прям вообще в реку въехал. А нет, это не ты, это не я. О, это бревно, оно нам вообще ни к чему, его убрать надо. Здесь вот мы в тот раз ночью сидели, когда сюда ехали. Вот. И... А тут ни березки, ни сги. И сидел я вот там, получается. А что они? Зачем эти мне бревна? Они вон, могут поколоть. Пацаны здесь поехали. По самой вкусняхе. Я не знаю, на чем они ехали. И ехали они сегодня утром. Тут сейчас Няша. Мне нужно просто сейчас на скорости вот эту хрень перелететь. Вот давай, до тех кустов. Не надо мне сюда ложить, под колеса, ну его вообще в сторону отодвинь. Вот. Мне сейчас на всей скорости, вот мне вот этот вот промежуток, вот 5 метров вот этих промежуток мне надо пролететь. Не. Я влетаю и пошел. Газу. А вот там до травки долетел. Главное на травку выскочить и все, и на месте. Вот тут я не знаю, ты пройдешь, не пройдешь, навряд ли. Нет, я вот так вот пойду в кругаля, потому что мы там поставили, здесь... В общем, у нас, друзья, перебраться теперь до дома. Все, подъехали мы к жуткой трясине. Я перебралась, как Вальдемар сказал. Обсудили, куда будем ехать. Да, болото заметно стало по суше. Вот. Здесь есть два пути, но решили ехать по старинке. Я прямо даже сюда подошла. Вот самое главное, вот эту речку пересечь. Вот набирает скорость. Сейчас будем думать, лишь бы собаки не всплыли сейчас. Сейчас держите кулачки. Все.
поделка. Так, ну что, квадрик наш сидит в этой няше, в которой мы сидели ночью. Навязываем тросики максимально. Так, у меня еще один тросик есть. Ты еще металлически не цепляла, да? Да, Саня, да. Возможно. Так, сейчас. Где-то я тут еще ритин бросила, сделала. Вот он что-то 10-15 метров. Возможно, до самого моста его и хватит. Только его надо как-то привязать. Сейчас, секундочку, привяжем, размотаем его. Разматываем тросик. Держи вот это. Сейчас. Так, вот этот у нас мы сделаем петлей. Сюда веревку. Так, что у нас тут есть, да? Вот это пропустим сюда. Сейчас вот здесь петлю сделаем. Было намотано. Вот она лежит тут. А, возьми, а то не находится колесо. Так, здесь сделал. Так, вот теоретически вот бревно. Намотали. Сейчас за самое большое бревно мостовое будем смотреть, что. Так, не забывай, что будешь подматывать. Конечно. Так, тогда что мы и получается здесь, ну, мне нужно вот 2 метра всего лишь, мне хватит. Так. Потому что чтобы натяжку шло, у тебя петли хватило этой этого, а то сейчас оно тоже намотать лебедки, а то тут потом куда-то надо будет. Сейчас вот здесь вот я еще больше натяжку сделаю. По идее должно быть получиться. Ну, я пополз. Давай. Ну, сюда поближе. Ну что, начинаем движуху. Держите кулачки. Да, дубль 3. Один трос оказался слабый. Все время рвется. Ладно, надеюсь, что меня не убьет. Тросы все оторвавшиеся. Снимаю. Тут более объективная съемка. Дубль 105.
Стоп, стоп. Я сейчас буду подтягивать тросик. Погодите. Маленько. Вот такой маленький няш. Пришлось. Слушай, что-то прям колесо вот так выгнуло маленько. Оно вот так вот шло заднее прямо на излом. Или это мне кажется? Не могло вывернуть? Давай не будем об этом думать. Тросик не подашь. Я попробую. Поехали. Давай сюда. Не, затягивать не будем пока. Пока не поднимется. Осторожно. Не ходите, дети, в Африку гулять. В таежные болота не ездите. Здесь вас ждут приключения няшами. Фух, ну вылезли. Нормально, спокойно. Спасибо Виктору Ивановичу за дополнительные два тросика. Потому что нужны эти были два тросика. Ровно два для 20 сантиметров. Там окно, мужики. Туда не лезьте. Сядете. Ездите другими путями. Ну вот путь еще новый, смотрю, накатали. Через него пробуйте. Ну как-то так. Здесь вообще не лезьте. Здесь дольше тащить трос. Ладно, поехали мы домой. Уже солнце садится. Сейчас через мостик приберусь.